Вспомнила же я про свою клумбочку. Так а стою и думаю, уже должны расцветать тюльпанчики. Вот. Несколько пораспускались в форме сердечка. Ну, почти. Форма сердца. 5 штук. Такие маленькие какие-то. В следующем году должны, в принципе, быть повыше. Потому что обычно у нас они под домом, под окнами. Как росли, то были высокими. Намного высокими. Намного выше. Давайте ближе посмотрим на тюльпанчики. Как я люблю красные тюльпаны. И розовые, и желтые. Еще не раскрылись. Холодно им. Как утром тихо. Да, в принципе, и вечером вчера тихо было. Слава Богу, дыма уже нет. Слава Богу. Вот как раз земельку вот эту возьму, накопаю. Все, пошла Сережа помогать. Он уже кирпичи выложил, наверное. Зовет меня. Быстренько он. Иду, иду, любимый мой. Иду, иду, любимый мой. Тю, ты вообще кирпич есть, ты меня подгоняй. Ладно, буду дальше носить. А с другой стороны веранды, получается, газоблок охватило. Вот. Здесь поменьше, там маленькая дырочка залаживать. Сейчас Сережа степлером проделает вот этот материал, который ложится под крышу, под доски. Вот. А потом залаживать, закладывать будет кирпичи. И пены задувать там, где кирпичи уже не влазят. Как раз цемента хватило, то что Сережа намешал почти полное ведро. Уже листики на абрикосе появляются, но абрикоса в этом году не видать. Может, там 1-2 будет. В прошлом году тоже померзли, но были. Немного, но были абрикосики. А как уже хочется, чтобы веранда была готовая. Надо пенопласт купить тоже, чтобы обложить. И потом уже поштукатурить. Пока детки спят, мы быстренько за молочком. Здесь рядышком свежее молочко утреннее. И буду начинать заниматься пасками, пасочками, паскамы. Ну что, будем готовить пасхальный кулич. Я уже подготовила все ингредиенты, которые мне нужны. И все это буду я месить, делать опару. Оно будет подходить. Все в чаше из-под мультиварки. Пока я готовлю тесто для пасок, Сережа жарит рыбку.
какая же она ароматненькая. Это специальная мука. Кукурузная мука для жарки рыбки. Очень вкусно с ней получается. Кушать как раз хочется. И рядышком пюрешка варится. Ну что, пюрешка к рыбке. Сережа в пюрешку влил молочко прям с банки. Холодный. Да. Ничего не потемнело. Первый раз в жизни слышим, что от молока холодного пюре темнеет. Наоборот, оно светлеет. Ну, конечно, если в магазине покупать, это ерунду. Ну да. Будет. Если все домашнее, чем оно будет темнеть. Итак, прошло чуть больше полтора часа, 30 градусов. Наше тесто настаивалось, подходило. Посмотрим, сколько оно подошло. О, классно. Значит, буду я разлаживать, наверное, по формочкам. Надо еще раз его примять с растительным маслом. Наверное, еще раз примну и еще оставлю на час. А потом уже буду разлаживать по формочкам. Поместила я все-таки тесто в вот такие формочки с пергамента. Бумажные, специальные для пасочек. Так, для куличей. И сейчас жду, пока мультиварка подсохнет. Решила не одну большую делать, а маленькие. Так как Сережа едет на работу машиной, он заезжает в бровары. И вот я маме передам пасочку одну. Очень хочу, чтобы мама попробовала мою домашнюю пасочку. Она-то купила в магазине, но то не то. Вы понимаете, вы сами поймите, то не то. Домашняя есть домашняя. Так, сейчас все-таки у меня походу 3 поместится в мультиварку. 3 я накрою полотенечком и поставила возле печки. Печка натоплена, тепло идет, и оно будет подниматься таким способом. А вот эти поставлю на растопку на 30 градусов, ну, где-то на час. Пускай стоит. Чем дольше, тем лучше. Я так считаю, оно и так уже подниматься начинает. Так, взяла я ведерко вот такое из-под сметаны. Нашла. Вазоны не нашла. Хочу пересадить тот цветок, который у нас на окне. Что-то ему не нравится. Вазон сам. Он идет с глины. Или с чего там он. В общем, не нравится он ему. Как-то он себя плохо чувствует. Хочу пересадить. Земли хочу набрать. Тут то, что крот нарыл. Ну что, вот у меня подставка, где я буду укропчик сеять. Ведерко и вот этот цветок. Ну, не знаю. Мужу нравится этот вазон. Я ему говорила не один раз. Зачем его? Он откуда его, привез? Не помню, или кто дал. В общем, он говорит, для дачи пойдет. Вот, земля почему-то. Или земля здесь такая. Вообще, блин. Ужас просто. Сейчас, короче, займусь этим делом. Так, мои пасочки подошли. Час подходили на растопке. Так, на режим мультиповар 30 градусов в час. И ставлю на режим печь 1,5 часа. А тем временем будут подходить мои куличики. Вот сами подойдут, пока там и не надо в мультиварке на растопку ставить, подходить. Златуня спит, паски печутся, то есть пекутся. Сережа с Марианой смотрят «Холодное сердце 2», а я на велопрогулке снова к речке приехала. Выставила езду на велосипеде. 39 калорий спалила. На фитнес-часах показывает. Мне так нравится видок отсюда. Еще вчерашний влог не смонтировала.
немножко отстаю, не успеваю. Кстати, вон место, бобры дорогу прорыли, и дерево упало, прогрызли. А может и от старой, сухое дерево. Ветер был, наверное. Вчера вот этого дерева не было, вроде бы. Наверное, ветер повалил. Нифига себе, так это получается. Так и дерево вчера. Кстати, надо посмотреть по камере. Не лежало здесь дерево. Обалдеть, от ветра упало. Нифига себе. Ветерок был. Ой, красота. Думаю вообще спуститься туда, пройтись по берегу. Такая речка. Что-то не видно, чтобы рыба клевала, плавала. Надо будет прийти и сюда половить. Снова дым. Днем не было, на вечер в дыму все вдали. И запах, я снова в маске.